Всем привет, ребята! Вы на канале Kiss Gamma Show TV и продолжаем с вами играть в игру «Стрельба на болоте». И мы с вами остановились на 6-м уровне. Давайте скорее посмотрим, что там нас ждут за звери и животные. Эпизод 1. Шквал монстров. Ого-го, уже страшно. Так, стреляем по нашим крокодилам. Вот это нашествие крокодилов. Мы еле успеваем перезаряжать ружье. Правда, эпизод 6. Шквал монстров. Так и есть. Только посмотрите, сколько на нас идет монстров. Перезаряжаем ружье. Ой-ой-ой, прям нашествие крокодилов. Хорошо, хоть еноты еще не подплывают. Так, быстрее, быстрее. Сколько крокодилов, ребята, кто успел сосчитать, пишите в комментариях. Я их считать не успеваю. Обойму-то не успеваем перезарядить-то, давайте. Получай, и ты получай, не подходи к нашему жилью. Да и сколько же вас тут на болоте поразвелось. Еще, еще, еще. Скорей, скорее пули на исходе. Кидаем динамит. Все. Скоро еще одно очередное нашествие. Ой-ой, самые страшные пошли еноты. Так, еноты, не подходите со своими динамитами. Нам они не нужны, получайте. Ого, сколько плывет енотов. Целых 6 штук. Так, нечего, нечего тут делать, нечего. И тебе, и тебе. Всем достанется на орехи. Эх, получил. Чуть-чуть нас подорвал. Как еноты быстро умеют плавать. Еноты, вам заняться нечем? Вы к нам идете. Получайте, получайте. Эх, чуть-чуть нас задел. Заряжаем, заряжаем. Вот это нашествие енотов. Страшнее енотов, наверное, ничего нету. Крокодилы то не такие страшные. Эх, чуть-чуть нас подорвал. Ах ты, енот, получай. Эх, и нам от него досталось. Так, заряжаем, заряжаем обойму. Так, крокодилов мы бьем прям пачками. Ого, получайте, получайте. Нечего вам подходить к моему жилью. И тебе досталось, и тебе. Так, давай, нечего, нечего. Все, один остался. Какие бесстрашные крокодилы, никто не убежал, разблокировано. Ого, что это у нас разблокировано, автомат или пулемет? Подарочек. Так, улучшаем наши УЗИ, боеприпасы. Давайте еще улучшим. Так, улучшили. Это, наверное, мы улучшаем боеприпасы. Увеличиваем количество наших патронов. Давайте-ка побольше патронов купим. Уж патронов нам хуже не будет. Все, на максимум мы купили себе патронов. И у нас 7-й уровень. Ого, у нас ждут тут бобры. Установки оружия и укрепления до начала уровня. Бобры тут у нас пилой. Слишком много. Ого, страшное название, слишком много. Так, один пока бобер. Давайте-ка мы попробуем переключиться на наше УЗИ. Нет, пока не будем переключаться. Вот когда пойдет их много, но в игре обязательно переключимся. Получай, бобер. Ты что ж это такое? На вас на всех патронов ты не напасешься. Так, бобры, наверное, идут хатку нам себе строить. Но не наш дом-то, не трогайте. У нас такой миленький дом на болоте.
Так, заряжаем, заряжаем патроны. Давайте, давайте. Получай, получай. Ого, мы не успеваем. УЗИ теперь взяли. Получайте, с двух рук стреляем. Еноты, не даже и не подходите. О, как мы ложим енотов. Эх, нам от одного досталось. Так, и комары тоже получайте. Так, получайте, получайте. Ух ты, вот это тут у нас оружие. Жалко то, что патроны быстро кончаются. Мы так патронов не напасемся. Разблокировано холодильник. Интересно, что же мы будем там морозить? Кто следующий под раздачу? Ох ты, как мы их ловко ложим. Пачками. Так, енотики плывут. Ну-ка, получайте, енотики. Все получайте, всем достанется. Никто не подойдет к нашему жилью. Давай-ка, бобер, получай. Аптечка? Как раз то, что нужно. Подлечиться чуть-чуть. Ой-ой-ой, бобры пилят нашу хатку. Получай, получай. Эх, этот даже не успел, но собирался. Мы это видели. Второй холодильник. Кого же мы будем там морозить? Переключаю оружие для смены прицельной дальности. Запаслись боеприпасами. Да, максимум. Давайте улучшим дробовик. Играем дальше. Восьмой уровень. Не забудь улучшить укрепление. Ниже нуля. Ого, вы только посмотрите, сколько тут у нас всего идет. Ну, давайте-ка будем их бить. Мультиубийство? Это не то, что мультиубийство, это мега-мультиубийство. Столько сразу шло. Аж крокодилов наполовину заполнилось. И еще одно нашествие. Ого, енотики. Получайте, получайте. Нечего делать нам возле моего дома. Заряжаем. Теперь идут бобры. Хорошо, что хоть пока мисс не прилетает НЛО. А то НЛО все любит похищать. А нас и так, что ничего не осталось после этого НЛО. Получай, получай, какой упрямый бобер. Заряжаем. Еще идет команда. Холодильником. Бдыш. Ах, они замерзли все. А енотикам ничто ни почем. Не они у нас не замерзли. Вот эта тут команда на нас идет. Получайте, не подходите близко. У нас есть дробовик. Все, получайте, сейчас всех положим. Все, все легли. Разблокировано. Мало нам денежек дали. Мы тут столько всех поположили. Совет по дробовику. Не стреляй быстро. Подожди пару секунд до зарядки большого числа патронов, а потом стреляй. Давайте улучшим наш дробовик. Так, пока что у нас все улучшено. Боеприпасиков прикупили. Так, тут у нас ничего пока что у нас не хватает. Монеток. Спецпредложение тоже. Взрывчатка. У нас ни одной. Молоток тоже пока ни одного. Ладно, ничего, попробуем в игре раздобыть. И у нас уже 9 уровень. Скоро нас опять посетит НЛО. Что тут у нас за оружие? Ах, это что тут за зверек с пушкой? Не забудьте улучшить укрепление. Ребята, напишите в комментариях. Новая крысиная проблема. Ах, это крысы! Я сразу и не поняла, что-то у нас крысы на крыс не похоже. Так, получай, крыска. Нечего тут лазить. Вы только посмотрите, крысы ведь маленькие, а они у нас, получается, размером с крокодилов. Получайте. Так, все, ложим крокодилов партиями. С
Все, есть. Берем дробовик, получайте-ка енотики. Ого, вот это тут команда. Вот это тут бой. А крысы, оказывается, ведь тоже стрелять могут. Я такого расклада не ожидала. Получайте, получайте. Так, получай, крыса. Ого, вот это расклад событий. Мы идем на равном уровне. Нам так жизни не хватит. Давай-ка и тебе, крыска. Отступает назад. Вот это у нас тут крысы боевые. Получайте холодильник. Эх, жалко, что холодильник последний. Ложим всех. Особенно крыс. А то не шиш, какие боевые. По нам стрелять вздумали. Главное положить в этом деле крысу. Она у нас, гляньте, как стреляет. Ой, вот бы нам не дать до критической отметки. Комаров тоже надо положить. Крысы-то какие. Все, положили мы крысу. Так, у противника сил больше, чем у нас. Пьем эликсир. Подзарядились. Вот это бой. Оказывается, не только мы можем стрелять, но и нас могут стрелять. Зарядили обойму, ждем волну. С крокодилами у нас прячутся еще и крысы. Нужно ликвидировать первым делом крыс. А потом уже крокодилов ложить. Так, это у нас последняя волна в игре. Давайте патроны, не подведите. Такой бой был, и у нас 1430 монет. М16 обладает более высокой точностью на дистанции, чем УЗИ. Давайте купим боеприпасов. Мы ни разу не пробовали покупать оборону, давайте-ка мы ее купим. Интересно, что она нам даст, как она защитит от этих вредных крыс. Покупаем боеприпасы. Так, ладно, пока не будем тратить, у нас мало денежек. 10 уровень Сен-Лео. X-файлы. Ого, вот это у нас Сен-Лео. Забрало все оружие, у нас тут идет наступление. Нечестно, как же нам тут бороться со всеми? Получай, Лео, отдало нам один холодильник. Так, УЗИ с боеприпасами. Так, крысы, ну вы тут вообще к ней к месту. Все нас нападают. Вот это жизнь на болоте. Получай. Так, стреляем. Так, заморозили мы всех. Эх, а время уходит, а мы заряжаем патроны. Крысы отступают, получайте. Так, еще один холодильник. Ого, теперь идут бобры. Поджигаем бобров. Ах, вы противные зверьки, не хотел я с вами воевать, а придется. Замрите на месте и получите свою дозу патронов. НЛО тут еще летают. Совсем борзели. Пришли к нам и отняли у нас все наши боеприпасы. Так, бобры, получайте. Эх, не успеваем зарядить. Чуть-чуть. Все, готово. Достреляли мы НЛО. Еще идет партия бобров. Не знаем даже по кому стрелять. То ли по бобрам, то ли по НЛО. НЛО у нас так и дразнит. Улетело НЛО. Ну что ж теперь.
Надо тут быть повнимательнее, то бобры уже хату пилят. Давайте, все, готово. Ратенло. Готово. Разблокировано. Это у нас какой-то ловитель, наверное, мух будет. Все, зарядили ружье. НЛО наше все вернуло. Убили, выпизели и продолжай играть. Ребята, всем пока! Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал Kids Gamma Show TV. Скоро поиграем, у нас еще много уровней. Выбирайте, что будете смотреть дальше. А также не забывайте жмать на подписку. Значок белый кружок с Микки Маусом и Минни Маусом.